Японские извращения. Страна, которая жила где-то там на отшибе земного мира, закрытая к 20-21 веку. Придумали извращения всевозможные и заразили этим весь мир. Но, конечно же, на них тоже, как говорится, нулевой пациент, на них ударила вся эта зависимость от японской порнографии, всяких движений аниме. Ну или, конечно же, это хитрый план какого-нибудь там тайного императора. Вот есть нормальный император, да, такой, публичный, а есть подпольный император, настоящий японский. Нобунага Одоси сидит там под землей и руководит планы по восстановлению Великой Японии. Заразить весь мир двединяшами для того, чтобы европейские парни, все там кричали, 2D-тян не нужны. И все белые женщины достались японцам. Весь мир станет тогда Японией. Заговор раскрыт. Как известно, все мы знаем, что такое интернет. И уберечься в современном мире порноконтента в интернете очень трудно. И поэтому, я так понимаю, за свою интернет-карьеру все-таки разок вам доводилось видеть творчество японского сексуального автопрома. Я тоже участвую в этом наблюдении, чисто из научного интереса. И вот что я вам скажу про японское порно. Японское порно начинается с обмана. То есть мы видим на картине какую-нибудь там милую японку. Мы-то европейцы, может, и купимся на такое. Но сами японцы знают, что из себя представляют тян без косметики и в реальности. Они проходят мимо этих полок, смотрят: «Оксо! Опять обманывают! Моя сестренка Юрика-чан так не выглядит в реальной жизни». И почему-то во многих японских порно 90% это серый бетонный цвет. Япония славится своими там технологиями, различными линзами, камерами, приставками и прочим вот эти. Почему-то в японском порно зачастую качество картинки какое-то не особо. Япония же маленькая. Вот собираются вместе там сотрудники Capcom, Konami, From Software. Может быть, если в Драбадан будет пьяный Square Enix, они его с собой захватят на авантюру. Снимают у знакомых якудза, которых звали на тестирование своих игр, помочь какой-нибудь офис их снять, да, в Камуроче. Пригоняют там оборудование со съемок видеоигровых для motion capture. Ну, надо же как-то в перерывах между того, как они игры делают там раз в 6 лет, деньги, как говорится, на хлебушек зарабатывать. Мне вот интересно, вот интересный такой японский менталитет. Япония, во-первых, маленькая, да, большая такая, большой поселок Токио, где все друг друга знают, там вот эти там маленькие деревни по типу Осаки. И вот как японки, которые там, не знаю, славились своей там порядочностью, соглашаются на порно. Испорчена стала японская женщина. С обложками еще такая вещь, что когда ты смотришь на какую-нибудь джав обложку, да, видно какая-нибудь там симпатичная девушка, не обязательно голая, она может быть одетая. Ну, что, какая милашка, наверное, там какой-нибудь софткор. Запускаешь, а там зачастую хорошо, что перед запуском превьюхи есть, и наметанным глазом уже можно увидеть там зияющую лысину какого-то старого аглибастерта, и как она в компании каких-то мужчин, и что явно это что-то грязное такое. И ты думаешь: «Не, чувак, нет, мне этого не надо. Go away». Ну, я пришел сюда смотреть на красивую азиатскую девушку. Зачем вы мне пихаете этого аглибастерда японского? Что он в кадр лезет? Самое интересное, что когда они снимают свои конченые просто извращения вот эти, они все пикселизируют. Почему? Why? Я помню, читал, что это там какой-то законодательный процесс. В японском понимании это что-то о защите личности, какой-то неприкосновенности, пикселизированная там манка японская. Я не понимаю, как это. Ее могут сдианонить или его могут сдианонить по члену. Поэтому его, как в криминальных хрониках, половые органы замазывают, блин. Криминальная Япония. Или жена придет поздно ночью с работы, а муж такой смотрит: спалился за компьютером за просмотр порнографии. Она: «Ах ты, паскудник такой! Йошида! А ты опять, блин, тут сидишь, монстербрируешь». Подходит его бить уже. Она смотрит, а там она на обложке. Йошида такой: «Ой, дорогая, извини, пожалуйста, но не удержался, конечно». А, кстати, вот смотри, актриса прям на тебя похожа, прям один в один. И она такая стоит и думает: «Фух, господи, хорошо, что письку мою запикселизировали, иначе бы точно спалилась. Задиванонил бы по письке». Я уже как-то говорил в «Семье Сычевых» по «Симпсам», что если
взять Зигмунда Фрейда гроб, поместить в центр Японии, присоединить к нему все электросистемы и транслировать в гробу на экране японские порнографические всякие изображения, то Фрейд бы в гробу переворачивался, гроб крутился и напитывал электроэнергией всю Японию. Хотя у них слишком много в последнее время света стало. Ну, конечно, Япония жила на краю света и отличается по своим всяким сексуальным фетишам, да. Что-то им с Запада там тоже навязано, вот это. Японские же женщины раньше только в кимоно ходили. Тут белые варвары не только там свои корабли пригнали, так еще и японских женщин развратили, что японки стали такими развращенными. То есть, как бы, третья ядерная бомба от Америки, можно так сказать, для Японии, психологическая. То есть, я не думаю, что японцы были в средневековье такими озабоченными какими-то. То есть, к ним же подпольно тоже, как у нас там, в перестройку попадали американские кассеты. Им тоже всякие американские боевички, они же о Западе воспитывались. Но и богатая японская фантазия все это смиксовала, насмотревшись американских боевиков. И выдала многие шедевральные вещи. Я не знаю, что будет с Японией. Как-то грустно. Но одно радует, что Япония сейчас последний оплот от СЖВ. Хотя казалось бы, что она девочка Америки, пассивная, да? На цепи у хозяина американца. И они пропускают вот это вот СЖВ, все с Запада там. То есть последний такой сейчас, так сказать, оплот, где тянок сексуализируют хотя бы. Спасибо. Вот, знаете, подумал, Япония впитывала там от американских боевиков всякое, да? Образы и прочее. Так и у японцев же тырили американцы, если так посудить. Вот, как известно, Король Лев есть, да? С этого Кимбы, блин, Симбы, Слизан. Американцы тоже сидел, это Стефен Шпильберг, вот хитрый. Говорит, а что там они в этой вашей там Японии? Да, они там на краю там не увидят, блин. Подзорная труба слишком маленькая, не увидят, как мы у них там украдем их Кимбу-Симбу и прочие там вот эти вот японские будем там переснимать на свой лад. Я не знаю, японцы их все равно спалили. По почте прислали. Что смотрите, что американцы творят. И те такие, ксо, всю якудзную банду собрали с адвокатом и поехали самураиться. Сентай. Про сентай, конечно, маленького в топ, что это тоже такая интересная у японцев вещь. Разноцветные костюмы, которые явно пошли от американских комиксов. И у них вот у японцев, что в сёнэн манге, что в их вот этих шотаконе про Power Rangers, одинаково, что надо держаться командой, не будете держаться командой, вы лохи, по одному там раздавят, и только группой, если у каждого свои умения, вы сможете выжить. Ну, это чисто японское вот это. Ну и, конечно, я думаю, подсознательно по Фрейду, то, что во всяких Power Rangers появляется злодей недели, какая-то неведомая ебаная хренотень, которая хочет покорить мир, и бравые японские тинейджеры, Power Rangers дают ему в щи, и то убегает, но обещает вернуться. Я думаю, подсознательно все-таки Power Rangers и каминрайдеры всякие, они воспитывают в японцах патриотизм о том, что если враг на нас нападет, только объединившись, мы сможем дать ему мандюлей. Когда японцы миксуются с американцами, получается тоже прикольная вещь.